Дорогие ребята, нас поздравили с Новым годом. Мурат Карабирич вручает нам новогодние подарки и желает вам счастья, успехов в наступающем году. Вот на такой приятной ноте сегодняшний учебный день завершили не только младшеклассники средней общеобразовательной школы номер 2, но и все учащиеся начальных классов школ Кашхабльского района. Классные руководители вручили своим деткам долгожданные новогодние подарки от главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Ежегодно к Новому году наши дети с 1 по 4 класс получают новогодние подарки главы Республики Адыгея. В этом году у нас 184 детей получили 184 подарка. Дети очень рады, благодарны. Желаем нашим детям больших свершений, творческих успехов. Тем, кто вспомнил о наших детях, кто постоянно думает о них, большая благодарность. Напомним, что по инициативе главы региона учащиеся младших классов школ республики получают к Новому году сладкие подарки. Благотворительная акция была возобновлена в 2019 году и стала традиционной. Всего в этом году предновогодние сюрпризы получили 1436 детишек начальных классов Кашхабльского района. Ребятам понравились подарки главы, не было предела радости и благодарности. Спасибо!